ничего не вернете. Устроим серийник с Абантуей. Будет что вспомнить. Справедливо. Ну ты скажи, а куда торопиться? Пусть лежат себе и лежат. Правильно. Откроем вклад в Сбербанке, накопим, и все будет хорошо. Вклад лучший процент в Сбербанке со ставкой до 9,5%. Астраханская область. Кажется, что сотрудник ДПС просто проверяет... Ой, ну чё. Но на самом деле на вашем экране содержание преступника. Кружки. Оказалось, что задержанный сначала приревновал жену к своему знакомому, а потом и вовсе вывез его в лес и потребовал там 1 000 000 рублей и машину. В итоге против слишком чувственного человека завели уголовное дело за вымогательство. Теперь он может попасть в колонию на 15 лет. Трасса в Челябинской области. У бензовоза отказали тормоза. На полной скорости грузовик летел по дороге. Казалось, трагедии не миновать. Но неожиданно на его пути возник дальнобойщик из Тулы Давид Сапромац. Услышав по рации о проблемах коллеги, он подставил свою машину под удар. Если бы не решительность дальнобойщика, неизвестно, каким жертвам привела бы авария. Дорога оживленная, спуск к мосту, плотность движения высока. Поступок молодого водителя вызывает восхищение. Но сам Давид не считает себя героем. Единственное, что Вову пришло, то, что я понимал, то, что нельзя разогнаться в дачу на тот момент. Сделал то, что должен был сделать каждый, на самом деле. Потому что могли быть серьезные последствия. Мы, когда садимся за руль данного типа машины, мы должны понимать, что это ответственность большая. Времени думать о том, что скажет руководство, когда увидит разбившуюся машину, не было. Однако в транспортной компании не только... Get good rid, whoop-a! Ждет погоня в стиле голливудского фильма. Но на самом деле нет. Вот видео с другой камеры. Нарушитель поворачивает и таранит встречную машину. От удара легковушка буквально разрывает на части. Это может показаться чудом, но водитель жив. Его заставили